Всем привет, друзья! Меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новый ролик по игрушке Roblox. Продолжаем играть, в общем-то. Сегодня, ребят, сыграем в режим, который называется кемпинг. Все, отправились мы все на кемпинг. Вот такой у нас автобус зашибинский. Вот со мной люди едут. Одного только не хватает, где-то остался, видимо, не знаю. Почему-то решил не ехать. Я немножко уже поиграл. Что-то как-то мы там жестко занубили. Вот, я разобрался, но не особо, конечно, но все же хоть что-то я научился делать. Так, ну, в общем-то, добро пожаловать в Спеки Вудс. Здрасте. Сегодня ты и твои друзья будут офигенно проводить время в прекрасном лесу. Ну, исследовать прекрасный лес. Так, тут у нас палатки есть, тудым-сюдым. Вот, но нужно также быть внимательным и искать какие-то интересные вещи, нужные, естественно, в лесу. Надо что-нибудь найти. Ну чё, чего же ты ждешь? Давай начинай уже искать, потому что не знаешь, когда там ночь состоит тудым-сюдым. Так что погнали. Давай, стартуем. О, побежали. Честно говоря, я знаю то, что тут где-то есть фонарик, но где именно, я пока что не особо понял. Потому что он был у другого человека, а не у меня. Вот такие вот дела. А, также надо что-то найти еще, кроме фонарика. Вот там вот, я помню, молоточек был, но туда попасть нельзя. Вот в чем проблемка. Но все разбежались, что-то ищут, бегают, прыгают. Все, зашибончик, кстати, у меня запись-то идет. Да, запись идет хорошо. Вот, а я тут бегаю и записываю тоже. Такие вот дела. Так, ну я не знаю, где фонарик, ребят. Но если хоть у кого-то он будет, то будет и то прекрасно. Тогда нас осталось всего лишь четверо. Я не знаю, почему автобус целиком и полностью... Ой, вон он. Это он же? Зонтик. Эй! Блин, ну короче, ты тогда отправишься там. Когда скажут нам из пещеры идти в дождь. Вот я знаю, вот я до этого момента дошел и там помер. Потому что тот, кто был зонтиком, его просто не было в игре. Странно, почему его не было, конечно, но почему-то не было. Ну хоть зонтик мы знаем, где находится, и то хорошо. О, и что такое? И что? Дает удачу? Серьезно? Ну ладно. Хорошо. У нас есть вещи, которые дают удачу. Прекрасно. Вот так вот здесь вещи все ныкаются. Блин, можно бегать и выпендриваться, что у меня хоть что-то есть. Потому что вещей по-любому на всех уж не хватит. Это 100%. Ну, видимо, больше ничего не будет, да? Кто-то что-то да нашел. Вот такие вот поиски у нас тут в начале, да? Все хорошо, в принципе. Ничего плохого нет. Вот тут, кстати, написано про то, что тут семья недавно из 5 человек пропала. Я вот уже читал тоже в прошлой игре. Ага, и вон там молоточек. Но я его не знаю, ребят, как забрать. Тут, видите, закрыто. Это ерунда. Фиг его знает. Так, ночь уже все близко, приближается. Так, ну, хорошо, пусть приближается. Я понял. Сейчас нам надо будет сидеть перед костром, рассказывать истории, тудым, сюдым. Ага. Да. Вот. Присаживайтесь, расслабляйтесь и рассказывайте истории перед костром. Ну, давайте мы тоже сядем с этим чуваком. Я, кстати, себе изменил немножечко человечка. Вот видите, как он сейчас смешно выглядит. Ну, я его изменил смешно специально, потому что у меня особых-то нет никаких там волос, футболок, штанов там и так далее. То есть вещей у меня вообще нет. Но я уже придумал примерно, какой образ буду делать. Ой, нас четверо так красиво сидим. У нас все зашибись, короче. Еще в руках как будто что-то держим. Но хотя там ничего нет. Ох ты! Бегите! Ёкартый бабай! Это вот эта монстрюка, да? Ёк-макарёк! Сваливаем, ребят, там есть пещера, быстрее туда! Народ, народ, вы чё? У меня есть удачная штука. Что с ней делать? Оно задвигалось? Или чё? Нет, вроде. Всё-всё, разбегаемся, ребят. Давайте вместе держимся тогда. Так, и сейчас спросит, что это было, небось. Да-да-да, что это было? Все точно так же, как и в прошлой. Окей, да, в общем-то я не договорил, я уже придумал, какого человечка я себе примерно буду делать. Надо будет найти все нужные вещи для него. Вот, и в общем-то соберу как-нибудь, вам покажу. Ну, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, нужно вернуться, так. Эй, подожди, ты можешь мне тоже зонтик дать, алло? Ай, блин. Ой, блин, сейчас бы не умереть. Быстрее, 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 быстрее. Вот хитрющие-то чуваки, они предугадали, я-то тупой. Все. Все, 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 закрываю. Эй! Почему жизнь с ним? А нет, все. Все, спрячемся тут. Ну, я, в общем-то, спрятался в убежище. Ой, не в убежище, точнее, убежище там это, пещера. А я, ну, я тоже так-то, можно сказать, в убежище, но нафигово, это палатка обычная.
Вот тут сидим, ждем, короче. Когда закончится дождик, самое главное, чтобы монстр на меня не напал. Я надеюсь, этого не произойдет. Но жизньку я уже себе очень хорошо истратил, блин. Так, сколько у нас человек-то осталось? Вот, видать, все во время дождя и помирают. Вон, смотри, сколько уже. Только что при нас на глазах прям умер один. Еще один! Еще один! Ё-май. А, ох ты, ты четверо осталось. Ну, ёкарный бабай. Ну, ладно, хотя бы остался тот человек, у которого зонтик есть. И то хорошо. И вот так постоянно они все умирают. Да, дела, конечно. Вон там, кстати, кто-то есть тоже напротив. Окей. Так, ну все, вроде как солнышко возвращается, да? Отлично. Текс. Ну, дождик, конечно, еще идет, но написали то, что солнышко сейчас будет, да? Окей. Все неплохо. Мне вот эта билиберда фигня, наверное, вообще не пригодится, я думаю. Как же у тебя-то так мало хп? У тебя же зонтик был. Ты что, издеваешься? Ага. Так, одна из этих разрушена. Беда. Ну, в общем-то, сегодня мы будем использовать убежище, точнее, в качестве... Да что ж меня туда не пускают? В качестве убежища пещеру. Все отлично, тут у нас чуваки. Сейчас, текст. Привет, я, короче, защитник леса. Я надеюсь то, что... А, мы... Ну, чё, они что-то верят, что... Ну, короче, им не нравится то, что убивают этих оленей, медведя. И они решили расставить эти капканы сегодня на ночь. Нам нужно быть аккуратнее. Вот и все, мы будем аккуратнее. Круто я так перевожу, конечно. Просто мастер английского. Что же это за шарик-то такой вообще? Так, подожди. Сейчас я хотя бы наведу. Gives good luck. И все, ничего не написано. Странная вещь какая-то. Ладно, держимся поближе к этой, как его, к пещере, потому что там туда все равно надо будет. И вот какому-то человеку придется вот за этим возвращаться, ну, естественно, тому, у которого зонтик. А у нас зонтик только у одного человека. Потому что, надеюсь, она не затупит и все сделает правильно. Но у нас очень мало осталось, нас монстр, наверное, всех порешает, если будет точно такая же битва. О! Ё-моё! Сюда надо было бросить, что ли? Вот так прикол. Опа! Здрасте! Че это я сделал? Ах ты! Ё-моё! Все! Это все, что дало мне удачу? Это удача, по-вашему? Чё, блин? Вы прикалываетесь, что ли? Ну, ёкарный бабай. Вот меня обманули, так обманули. Ох, как уж это страшно, а. Жесть. Ну, придется мне заново тогда проходить все. Ага. Ну и чё? Вот я использую какая-то билиберда. Не знаю. Я, честно говоря, вообще не понял прикола. Блин, почему та штука раньше-то уехала? Вроде мы раньше начали собираться. Ну окей, сейчас, короче, дойду до того же момента. Вот, и мы с вами, ребята, продолжим. Я в любом случае хочу сегодня дойти хотя бы до середины, блин. А то меня, блин, так кинула эта монетка. Я, пожалуй... Нет, точнее, не она меня кинула, а я ее кинул. И потом она меня уже кинула что-то. Какой-то монстр этот появился. Вот такие вот дела. Все, пошел я, ребят, собирать. Надеюсь, хоть что-то, короче, найду. И у нас все будет хорошо. Короче, ребят, смотрите, какой прикол. Поймал лягушку. Вообще жесть, искал вещи, в итоге поймал лягушку какую-то. Вот угар, сейчас мы ее туда запустим. Сейчас она выпустится. Ах ты ж, блин, не получилось. Сейчас туда, подожди, давай, давай. Ай, туда не получается ее засунуть, а. Ну это прикол, конечно. Это реально прикол, надо ее отпустить. Ну она, конечно, сама убегает время от времени, но я ничего не нашел полезного. Она сама ко мне в карман прыгнула только что. Я реально не нашел ничего полезного. Вещи все-таки в рандомных местах спавнятся. Вот, и скоро начнется дождик, так что мне нужно... А, нет, подожди. Может, и не скоро, кстати. Так, ну да, вот ночь уже скоро, говорят. Ну ты что-нибудь нашел? Я вот ничего не нашел вообще. Зато я тут вот классное местечко знаю, где можно стоять. Может, меня монстр не достанет. Но фиг его знает, конечно. Такс. Такс. Такс, такс. У кого зонт, ребята? Признавайтесь, у кого-то должен быть зонт, по-любому. Я заметил, что в этом режиме очень много девочек. Прям просто жесть какая-то. Реально ни у кого нет зонта, что ли? Ну, если нет зонта, то нам вообще так-то не варик выживать-то без зонта.
Никто не нашел, серьезно? Или вышел тот человек, который его нашел? Сейчас будет дождик, надо сразу сюда ныкаться. Ну ладно, будем надеяться, что у кого-то все-таки зонтик-то есть. Ну короче, ребят, я снова дошел до того момента, и вы просто не поверите, я остался один. Я в шоке от моей команды. Там одна девочка забрала этот, как его, фонарик, а кто-то забрал, видимо, зонтик, либо его вообще не было. Такие вот дела. Ладно, погнали поболтаем. У меня вот есть только еда какая-то непонятная. Сладкое угощение, и все. Больше у меня ничего нет. Так, ну вот, защитники, в принципе. Привет-привет, чуваки. Поболтаем мы сейчас с ними. Но что я буду делать один, я даже понятия не имею. Меня монстряка, наверное, просто уничтожат. Другого слова тут нет. Так, вот чей тут рюкзак, я только не понимаю, как его забрать, блин. Никак не заберешь. Опа. Ага, ну смотрите, сейчас вот я знаю то, что мне надо будет, я вот уже это делал в одной игре, мне надо будет пробежаться под дождем, ну блин, без зонта, вот это вот по прямой, чисто вот так вот бежишь, короче, и вот мой ориентир, вот тупо вдоль колодца, дерева, это забираешь и возвращаешься обратно, и все, мне этого должно хватить, чтобы фул хпшечка, да, хотя, и то тоже не факт, что хватит, вот считай, я вот так вот тупо выбегаю, тупо бегу. Ту-т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 у. Ну, беру и обратно сразу фигачу. Монетки лучше не собирать никакие, потому что я уже понял, на какую это все удачу. Меня, по-моему, немножко обманули. Вот это забираем. Хотя, конечно, не знаю, хпшки хватит. И тупо возвращаемся обратно. И все. Вот такой вот план. Но не знаю, смогу ли я выжить за это время. Мне кажется, по-любому нужен человек, у которого все-таки будет зонтик. Без зонтика беда просто. Хотя, может быть, мне не придется бежать, потому что у меня и так уже есть покушать. Вот в чем прикол. Так что, не знаю даже. Ага. Так, ну ночь близко. Все, ждем ее. Сейчас она придет. И мы с вами... Ну, будем, в общем-то, делать все, что нам скажут. Так, я один, реально. Я тупо один играю. Вот это вот лагерь просто офигенный. Так, ага, ну да, вот, в общем-то, мы должны сегодня остаться в этой, в пещере, потому что всем места не хватает в палатках. Хотя кому всем, я один остался, и сегодня снова такая вот плохая ночка, в принципе. Так, ну вот, тупо, в общем-то, по прямой туда и придется бежать. Да уж, это беда, ребята, будет. Ну я не знаю, хпшку мне насколько восстановит эта штука, и вообще будет ли она ее восстанавливать. Может быть, мне не придется бежать. Ты что, кушаешь ее? Ага. Так, ну вот, в общем-то, мы забыли эту корзинку, да, и нужно... Да. Да-да-да, мне нужно вернуться, в общем-то, за этим делом всем, да? Серьезно? Ну все тогда, стартуем. Погнали. Меня сейчас будет бить, конечно, но что поделать. По-другому никак, ребята. Вот такой вот единственный варик, который может сработать. Так, 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 так. Сейчас, 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 ребят, заберу. Текс. Ага, сейчас нужно все вернуться обратно. Что-то мне там пикнуло. Это означает то, что все хорошо, да? Будем надеяться. Блин, пещера-то вон там. ХП вообще на нуле. И нужно ли мне вообще возвращаться? Мог бы я, может быть, встать в эту? Чё? Я потерялся, ребята. Ой, дурак. Все. Это труп. Это просто труп, ребят. Кушай, а. Ты кушать можешь это? Походу, он не может это кушать. Все, мы по-любому проиграли. Все. Это просто кирдык. Ну вот что это за команда-то мне попалась-то? Я сам-то нифига еще не умею играть. А мне тут еще команда попадается, которая просто выходит вся. Или помирает от дождя. Ну что это за ерунда-то такая? Вот ты съездил в лагерь, называется. Просто жесть полная. Ну ладно, хотя бы зато посмотрели монетку вот эту на удачу, которая нифига не на удачу. Так. Ну да, вот, все понятно. А, в общем... А, кстати, а что это делает-то еда? А, ага. Серьезно? Просто чтобы покушать? Да. Ерунда. Просто ерунда. Какая-то жесть. Ладно, в общем-то, ребят, на этом все. Не забывайте делать стандартные ютубовские делишки. Вы куда меня посадили-то? Я не хочу ехать. Ну окей, всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и пока-пока.